Что у нас, утро субботы. Загрузились мы, подготовились к выезду в Комсомольск на Амуре. Будем там ремонтировать шанту 32. Грузовик сейчас поедет на замену лобового для постановки на учет. Так что как-то так. Вот мы и приехали в город Комсомольск. Вот такой шанту 32. Сейчас будем его ремонтировать. Получается, надо заменить холодильник. Вот привезли новый теплообменник. Он уже в сборе, мы думали его придется крышки собирать. Он уже целиком пришел. Вот такая у нас эмульсия здесь. Сейчас, да. Монтировали шланги. О, красота. Идет процесс прогрева двигателя. Сейчас нагреем, будем пробовать запускать. Фильтры все заменили, все поставили, масла залили. Надо глушитель, короче, свергивать. Вот такая ситуация, у него масло попало. Через турбину, да. Ситуация. Да сними там, братан. Люфт есть или нет? Нету. Да пока тут снимать-то нету. Тут пока не убираться. Да, с первого.